Привет, Беверли. Я в этом месяце получила 2 чека. Я, конечно, не жалуюсь, но... Простите, извините. Я случайно услышал, что девушка 2 чека получила, а вот я ни одного. Глава 1. Знакомство. Так, это Джон Хардинг. Он у нас ас фиктокритической антропологии. Все говорят, что жена у него жуткая стерва. Я возвращаю тебе твою книгу. С другой стороны, меня тоже пару раз называли чокнутой сукой, а ведь я само очарование. Глава 2. Роман. Ты мне интересна. И что во мне интересного? В тебе все интересно. А жена его что говорит? Она не в курсе. Их брак давно уже на грани. Они вместе только для галочки. Я больше не хочу жить с Жоржет. Я люблю тебя. Глава 3. Обратный ход. Прочитать тебе твой гороскоп? Нет. Он думает только о себе. Мне кажется, я его разлюбила. Жалко, что нельзя его вернуть бывшей жене, правда? Глава 4. План Мэгги. Мэгги, зачем ты здесь? У нас с Джоном проблемы. Мне кажется, появилась возможность вам снова сойтись. Не хочешь чувствовать себя виноватой, поэтому решила манипулировать нами. Вон. 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 А, мне уйти? Хорошо, уже ушла, простите. Почему нельзя просто с ним расстаться по-человечески? Зачем же зря человеку пропадать? Не пропадет, он же не ключи! Согласна. Блестяще и остроумно. Надо же, какая встреча. Ты мне писала, что ты здесь будешь? Сама не знаю. Думаешь, меня в жизни еще ждет любовь? Ну, разумеется, ждет. А ты почему здесь? Приятно иногда провести время с семьей. Я думала, в этом смысл развода. Мы уже не семья. Есть в тебе некая невинная тупость. Ну что поделать, ты мне нравишься. Грета Гервиг, Итан Хоук, Билл Хейдер, Майя Рудольф, Трэвис Фиммел и Джулианна Мур. Любовь не телевизор. Нельзя ее упаковать и вернуть в магазин. В этом главный минус моего плана. Я решила принять непредсказуемость вселенной и перестать всеми помыкать. Ну, удачи, командирша. План Мэгги. Фильм Ребекки Миллер.